Hi guys, welcome back to Junris Vlog Reaction. For this video reaction, let's go to Russia. Privet and spasiba to all Russian friends and kakdila to all of you guys. I hope you are doing well and fantastic. And the title of this video that we need to do some reaction for today is Putin joke, comments of foreigners about Russia. And this is our 10th comments about the foreigners toward Russia or the Russian itself. I hope you enjoyed watching with this one, and credit to the owner also with the video, of course, our favorite content creator. Tablet for memory I'll put on the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you have some comments and suggestion related to any video from Russia, guys, drop it on the comment section. Love to read and respond to you all and make your video request. Let's get to it, guys. Enjoy, because I'm so excited like reading and hearing with the comments of the foreigners toward Russian, especially with this Putin joke. Oh goodness, I love watching with this. Wow, thank you so much for this video. Дорогие друзья, just turn on the CC down. Новая часть вашей любимой рубрики «Перевод комментариев иностранцев» под видео о России. Сегодня много интересных новых видео для вас. Ну что, поехали. Первое видео о реакции иностранцев на одну очень страшную шутку Путина. И совсем недавно Мюллер заявил при Конгрессе, что Россия будет пытаться и уже даже пытается повлиять на выборы в Америке в 2020 году. И сегодня президент Путин ответил на этот вопрос, знаете, таким классическим путинским троллингом. Пошутил он, вот послушайте. Будет ли Россия, как Роберт Мюллер вот недавно предположил, пытаться повлиять на результаты выборов 2020 года в Америке? По секрету вам скажу. Скажу по секрету вам, да, мы точно будем вмешиваться. Это, конечно, секрет, так что никому не рассказывайте, но мы действительно очень серьезно внедримся и повлияем, но никому не рассказывайте, конечно. Strong, powerful, ну, как вы слышали здесь, в Москве, эта шутка, конечно, зашла, но я не уверен, как на нее отреагируют в Вашингтоне. Да не надо реагировать никак, вам же сказали, вот вмешиваться, все, расслабьтесь и получайте удовольствие. Кстати, друзья, обратите внимание, что реакция иностранцев под этим видео как раз на американском канале. Первый комментарий, вот эта шутка помогла мне понять, насколько это был тупой вопрос. Следующий комментарий, серьезно, а какого ответа они ожидали? Вопрос-то самый идиотский, следующий комментарий. Это самый лучший ответ, который ты можешь получить, когда вы грубо пытаетесь спровоцировать лидера другого. Следующий комментарий. What даже Путин смеется над политикой Соединенных Штатов. Следующий комментарий. Тролль уровень мастер. Пропускаем русский комментарий. Следующий. Возможно, он понимает то, что не понимают другие люди. Это юмор политики Соединенных Штатов. Да, это шутка уже всем надоело. Американцы сами себя пугают, сами обсираются. Следующий комментарий. Россия и Китай самые лучшие друзья для западных политиков. Когда проблемы в экономике, то винят во всем Китай. Когда начинаются политические проблемы, во всем винят Россию. В то время как Запад политики всегда, конечно же, правы и точны. Следующие комментарии. Они там что, посадили Барата переводить Путина? Господи, MSNBC и CNN. Вот такие клоуны, что даже Путин вас троллит. Следующий комментарий. Россия довольно умная страна. Они не воруют чужие технологии. Они просто very, создают very smart, так, как когда-то делала Америка. Следующий комментарий. NBC. Ваш коллективный IQ равняется IQ моего добермана. И это вам комплимент. Он очень умная собака. Следующий. Ну просто не могу перестать смеяться. Следующий комментарий. Израиль. Это те, кто постоянно вторгаются в выбор. Их даже поймали за тем, как они поместили шпионские устройства в Белый дом, но вы почему-то об этом не говорите, да? Следующий комментарий. Ни у кого вообще нет уважения никакого к демократической партии. Следующий. Правда довольно смешная заключается в том, что каждая нация пытается повлиять на другие нации и даже на своих союзников. В этом заключается правда. И последний комментарий. Тут кто-то процитировал Лаврова. Это за работа у меня такая с идиотами всякими разговаривать. А мы переходим к следующему видео. Это видео о том, как американский блогер участвует на курсах стрельбы из Калашникова, и его тренировал русский инструктор. Разворот. Нет, все не так. Назад. Это я. Возможно, вы задаете себе вопрос, как это я попал в такую ситуацию. И кто этот злой русский, который орет мне прямо в ухо? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вернемся немножко в прошлое. Центр Т сейчас совершает тур по Америке. И я участвую в тренировочном курсе прямо здесь, в Северной Каролине. Центр Т — это организация мирового класса, которая учит гражданских и военных всем видам военных навыков, в том числе и мастерству управления автоматом Калашникова. А злой русский — это Дима. Дима главный в Центр Т. И он кричит на меня.
меня, потому что мое движение ногами просто полный отстой. Но он меня, конечно, ничем не оскорблял, потому что я здесь вместе с 20 другими людьми подписались на этот курс, и мы должны слушаться для того, чтобы правильным образом научиться пользоваться автоматом Калашникова по-русски. Да, интересно, какая была бы реакция американца, если бы злобный Дима достал ремень? Переходим к комментариям. Первый комментарий. Американский миф. АК-47 неточный. Русский говорит, да ты даже стоять ровно не можешь. Следующий комментарий. Доказательство сговора США с Россией в 2019 году. Вот же оно. Следующий комментарий. Никто не одет в спортивные костюмы и нет никаких логотипов Adidas. Следующий комментарий. На самом деле, русские довольно-таки аккуратны в плане безопасности. У них даже есть там такая фраза, что даже палка раз в год стреляет. Следующий комментарий, да, русские, они танцуют со своими автоматами Калашникова на протяжении десятилетий. Так что если они тебе говорят, что ты стоишь неправильно, значит ты стоишь неправильно. Следующий комментарий, факт, такие курсы требуют у вас получения российского паспорта. Поправка, ребят, я пошутил. Следующий комментарий, у русских ты ответственный за человека, который впереди тебя. У американцев ты зависишь от человека, который позади тебя. А почему такая разница, интересно? И последний комментарий, неважно, как ты там будешь тренироваться и сколько будешь стрелять из АК, всегда будет русский, который будет гораздо лучше тебя в этом, потому что их подпитывает родина мать. А мы переходим к следующему видео. Видео называется «31 удивительная цветная фотография русских солдат во время Второй мировой». Николай Скоморохов, дважды герой Советского Союза. Наталья Кравцова. 982 ночных вылета и 147 тонн сброшенных бомб на вражескую территорию. Николай Ильин, снайпер. 494 поверженных врага. Партизан Григорий Рябков. Александр Самусенко. Командир советского танка Т-34. Освобождение Сталинграда, 1943 год. Рейхстаг, Берлин, 1945 год. Советский танк Т-34 на улицах Львова, 1944 год. Снайперы 3-го Белорусского фронта. Красная армия контролирует движение в Берлине, 1945. Друзья, там еще много очень интересных фотографий. Напоминаю, что ссылки на все видео в обзоре в описании к обзору. Переходим к комментариям. Первый комментарий. Когда феминистки сегодня заговаривают про сильных женщин, пусть посмотрят на женщин из этого списка. Вот это по-настоящему сильные женщины. Следующий. Удивительно, насколько цвета делают все настоящим. Дальше. Мужчины и женщины советской армии невероятно храбро бились и сыграли главную роль в победе над нацистской Германией. Огромное спасибо за то, что поделились этими фото с нами. Следующее. А это ведь было не так давно, если подумать об этом. Дальше. Никогда не думал, что там было так много русских женщин, выполняющих такую разную работу. Дальше. Сталинград выглядел просто как какой-то Стоунхендж. Да, зато сейчас выглядит прекрасно. Дальше. Ух ты, так много милых и очень храбрых девушек. Огромное уважение. Салют из Чехии. Следующий комментарий. Когда какой-то очередной политик говорит, нам нужно начать эту войну, зарядите ему как следует по роже. Согласен на 100%. И последний комментарий. Великая армия, великие люди. И так много было попыток во время холодной войны демонизировать их и очернить память о них. Ну а всех интеллигентных и разумных людей огромное уважение и огромный почет им за то, что они сделали. Друзья, мы переходим к следующему видео. Это видео про новый российский самолет и то, что он вытворяет. А сейчас мы хотим с вами поделиться чем-то, о чем говорят вообще по всему миру. И им это нравится. Ну а кому бы не понравилось это авиашоу. Но вот этот самолет прям прилетел из Москвы. И он является звездой этого шоу. Это истребитель. Называется Су-35 комплектации S. Вот он прям здесь. How the fighter jets like. How crazy the pilot is. I think this is a Russian air jets. Да, красивая и очень гордая птица. Переходим к комментариям. Ну это просто топовый самолет. Но не забывайте о великолепии пилота, который управляет этой штукой. Он настоящий эксперт. Следующий комментарий. Для F-35 не нужно так много топлива на самом деле, потому что, скорее всего, он будет все время валяться на земле. Следующий комментарий. У России самые лучшие истребители в мире. Ну серьезно, вы должны просто полюбить Сухой. Дальше. Действительно потрясающий боевой истребитель. Но в конечном итоге все зависит от пилота. Дальше. Русские истребители
истребители такие прекрасные. И там судя пилот. Пилот был so strong. До сих пор полмира вооружены. Супер, шикарно. Никто не может делать это лучше, чем русские. Даже вот американская дерьмовая техника абсолютно ненадежная. Следующий. Россия сделала сухой Су-27 самым мощным и самым популярным из многих самолетов по всему миру. И последний комментарий. Ну что, теперь Америка будет закупать сухой 35 России. Да обойдутся, хватит им наших ракетных двигателей. Друзья, и наш обзор подходит к концу. Хочу сказать, что недавно кто-то поддержал канал. Хочу передать привет Наталье из Украины. Привет, Наташа. Также хочу поблагодарить подписчика с ником I Believe We Can Fly. Также спасибо за поддержку Илье Сергеевичу. И благодарю Дмитрия Александровича, который прислал поддержку с сообщением пожертвования на сладенькое для работы. Кстати, друзья, если присылаете поддержку на карту Сбербанка, обязательно добавляйте слово пожертвование, а то могут заблокировать мне карту. Также спасибо Юрию Владимировичу, Руслану Мелсовичу, Светлане Васильевне, Юрию Леонидовичу, Татьяне Николаевне и Анастасии Анатольевне с Камчатки. Привет, Камчатке! Друзья, я очень благодарен всем, кто иногда поддерживает канал. Вы действительно мотивируете нас делать новые интересные ролики для вас. И если вы хотите новый выпуск, ставьте лайк и оставайтесь с нами. Дальше будет еще интереснее. Wow, much love and respect from here in the Philippines. Tablet for memory or pills. Thank you so much for your amazing compilation of the video. That was so interesting. Like the first part of it, like when you ask question to Putin, you have to be ready of his answer because you will be trolling of his answer. He's very, very, he was very smart, like making fun of the question. How the way how he answered, he's always been brilliant. And the second part of it, those women are very strong in Russia. They're fighting in this early war. And salute to all of those women. I know that you've been like protecting your country. You're such a great woman and such a great warrior on that time. I know that you rest in peace now, being those you've been fighting for. And like those fighter jets that you can see, oh my God, how can you not imagine with a pilot like maneuvering on that one? That's fantastic. That's very amazing. I always enjoyed and like the firing range. Oh my God, crazy. They're not wearing suits, like protective gear. That's incredibly amazing. And the funny stuff, like the funny comments of those like the foreigners, that's making me crazy. I enjoyed it so much. I guess you enjoyed it too, reading with those comments of the like the foreigners. That's really, really hilarious, and I enjoyed it, making my day also. Thank you so much. I guess you enjoyed watching with this one, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, it's in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share and subscribe also with my channel. This is Junis Blagadag React, saying Istanbul, stay positive, guys. If you want to connect my social media account, is in here. Thank you so much. Have a good day, everyone. It's Privet and Spasiba to our Russian friends. Bye-bye, guys. God bless po and mabuhay tayong lahat. Stay safe, everyone. See you in my next video reaction.